привет. У нас ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаю туч. Точнее, туч нету, но ураган пипец какой вообще. Ужас. Не знаю, видите, слышите, в общем, все летает сегодня утром. У меня прям дверь как захлопнулась. Я же балконом открытым сплю, пришлось закрывать. Прохладненько, прохладненько, прям ух. А еще сейчас мусор выбрасывала из машины, достаю, и вон дверь начала от ветра закрываться, и мне как по уху влепило. Такая боль, такая боль. Аргентина, Ямайка, 5-0. Ухо, наверное, и по сейчас красное. Это пипец. Чуть не прибила собственная машина. Давно вы это, наверное, вид не смотрели. Вот видите, везде все хлопает. Ужас. Как говорится, не одно, то другое. Вчера только говорила, что передавали такую погоду. Ну вот, пожалуйста, не ошибаются все-таки синоптики. А жаль. Церковь. Ой, блин, холодно как. Пойду-ка я на работу. И на солнышко, может быть, потеплее. Хотя где-то я вот сейчас вам покажу. Отсюда не очень видно. Ну, белые шапки есть. Апельсинчики уже большие. Смотрите, какие большие апельсинчики. Но они несъедобные. В них только можно в футбол играть. Ой, блин! Где такая Маруся? Я же забыла этот. Порошок же я купила вчера на работу. Я туалетную бумагу. Сейчас пойду за ней. Я увидела сейчас полицию, вы знаете, вроде бы как никогда полиция меня должна берегать и защищать, но у меня, наверное, еще, я не знаю, с детства, что ли, еще что-то. Я когда вижу полицию, я теряюсь, хотя я вся пристегнута была кругом, но как-то у меня, знаете, жим-жим. Подыгрывать не знаю, это как, знаете, как боязнь зубного. Вроде знаешь, что тебе не больно будет, но тем не менее ты его боишься. Также полиция. Знаешь, что ничего не нарушаешь, но какой-то жим-жим есть. А вдруг? Или привыкла, что у нас в России полиция всегда ко всему придирается. В общем, не знаю. И забыла все на свете. Уже начала смотреть, правильно ли я паркуюсь. А вдруг здесь запрещено, хотя всю жизнь парковалась там. В общем, хорошо, что машина рядом. Сейчас заберу. И стирать же мне надо, у меня полотенец нет. Вот такая секси, мекси, шмекси. Ой, на камере прям совсем без это прозрачная, а так нет, не очень. То есть цвет желтоват, вышел, наверное, сегодня надо все-таки затонироваться, еще раз покрасить, потому что нет, мне такой цвет не очень нравится. Вот. Да? Пойдем стирать, работать? Моя гречечка с подливочкой и салат буду есть. Не очень он понравился, но не выбрасывать же. Правда же ведь, буду есть и есть и есть, пока не доем. Ай. Машинка стирается, все закрыто в доме. Если открою двери, то все будет летать. Вообще ураганище, мама не горюй. Пипец, какая погода, и холодно, представляете? Хотела на пляж ездить, начинать фикушки. Ладно, пошла я кушать. Всем приятного аппетита. Варю в роботе рис. Вообще идеальная штука, вот этот робот. Кстати, в Lidl привез. Я его покупала в Lidl. Это типа термомикс. Термомикс. По-моему, так он называется. Но термомикс, он супер-пупер дорогой. В 3, наверное, или в 4 раза дороже, чем этот. В общем, в Lidl привезут такой же робот в эту субботу. Только, ну, более улучшенный вариант. Вот, но я этим очень довольна. Я, вы знаете, приспособилась рис варить в нем. Вчера варила гречку. Вообще суперско получилась гречка. Не надо ничего мешать, ничего не... Не париться. Ну, один раз надо помешать. И очень быстро все варится.
Вот, так что вообще суперский. Я в нем паэлью вот делала позавчера, зажарку там в нем делала почти всю. Ну, почти каждый день я им пользуюсь, поэтому это деньги потрачены с пользой. Есть много всяких аналогов, кстати, в интернете этих роботов, разные цены. Ну, где-то все в пределах 300, 400, 500, 600. Вот такие вот цены. Но он стоит того, как говорится. Я ни капельки не пожалела, что его купила. На улице, ну, дома так жарко, прям душно. Открыть ничего не могу. Вообще все летает. И пылища, и все. А так хочется. Кружит. Горшок никак не покуплю. А этому цветку, мне кажется, мало света здесь. Он как-то цветы не цветет. Мои кавы. Классные, какие красивые. Так вот у нас тут. Фикус-то, смотрите какой. А, видали? Помните, он у меня упал? И вот это вот все нафиг отвалилось. Ну, я отрезала и оставила его здесь. Смотрите, у нас... Тополиный пух, жара июль. Ну, уже все, уже почти нету тополиного пуха. Фиалочка моя. Смотрите, там еще цветочек растет, но не цветет. Этот тоже цветет. Ну, а этот как сорняк растет, ему пофигу все. Машина моя стоит прямо рядом с домом. В это время всегда есть парковочные места, поэтому я пытаюсь быстренько. Вот смотрите, что творится. Видите, как шторка летает. Вот так вот. И пипец какой. Так что надо все закрывать. Смотрите. И сюда. Поэтому на улице холодно, дома жарко. И вот этот, который говорили, что он очень привередливый, ничего, растет. Ту-ту-ту-ту. Прямо очень даже меня радует. И пальмочка моя растет. Вот это надо все полить, по-моему, уже все сухое. Я так боюсь все перелить, что, блин, наверное, скоро не долью. Кактус то я свой один. У меня кактус был, вот типа такого же. Все, залюбила. Залюбила, и он у меня... сгнил. Он у меня стоял около моей кровати. А этот вроде бы как растет. Смотрите, я что-то не знаю. В общем, не знаю. Я залюбливаю цветы. То есть заливаю. Ну ничего, растут. Буду сейчас сериал смотреть. Какой-нибудь. Еще пока не нашла. Может, посоветуйте какой-нибудь. А потом надо... Ну, с Чарли погуляем, как всегда. И затонирую. Все-таки волос не очень мне нравится. Мой цвет какой-то, вот он, именно тот такой цвет получился, который я вам вчера говорила, что мне не нравится. Не натуральный, как кукла какая-то, гидроперированная, что ли, или как там. В общем, нет, это мне совершенно не нравится. Все, рис доварился. Приехали в аптеку, сейчас заедем. О, сейчас чихну. И поедем на пляж, сейчас прогуляемся. Правда, погода совершенно не пляжная, холодно, ветер. Ой, пылище везде летает. Потом хочу в Алькампу заехать. У меня яблоки закончились, там кое-какие фрукты. То есть, кое-какие у меня вообще никаких нету, кроме чуть-чуть арбуза и грамм 100 черешни. Вот. Так что, вот этот лазит, смотрит везде.
кстати, если бы я вышла, он бы давно уже сиганул в окно, вот так, и давно бы уже за мной побежал. А за мужем так не делает. Он как ревнует, кстати, он говорит, вот, а за мной не прыгает. Я говорю, еще чего не хватало. Вот, короче, ждем. Да? Донде ста папи? Донде? 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 Яма, алло? Яма? Яма, папи? Яма? Яма? Чарли, яма? Я ему говорю, чтобы он звал. Яма? Яма, папи? Яма, яма? Яма? Мой вен, яма? Яма? Вот так вот зовет. Такой ветер, такой дубак. Иду, бегу, чтобы согреться. Вообще, дубак, прям не могу. Лето, ах, лето. Сейчас вам засниму поближе, подойду к морю. Вообще затянуло небо даже тучами. В общем, иду и мерзну. В июне. О, вообще, а машина, у меня муж уехал в другую сторону. То есть, туда только бежать. Беги, беги, беги на край земли. Да уж, лето, ах, лето, вот тебе лето. Вот тут я купила в Алькампо. Взяла вот такой ананасик. Сейчас порежу его. Мне кажется, он уже спелый. Яблоки вот такие. Мои любимые фуджи какие-то были не очень. Нет, какие-то пинк леди. Розовая леди. Вроде пахнет вкусно. Чернику. Ну, это как всегда. Завтра буду готовить рыбу. В Дораду там у меня размораживается. И буду кабачок делать тоже в духовке. Взяла как раз, смотрите, по предложению был. Блин, отвалился. Спаржа, еврик стоил всегда всего. И вот такой сыр в порошке. Буду обваливать кабачки в сыре. Должно быть вкусно. Черешня на вид очень красивая. И дешевле, чем в фруктовом магазине. Представляете? То есть килограмм стоил 4,50, а 6 рублей в этом стоило в фруктовом магазине. И мороженое. Куда ни погляжу, все едят вот это мороженое, которое вот типа нажимаешь, и вот видишь, оно там, слышите, сук? Ну, это на завтра уже будем пробовать. Реклама, двигатель торговли. Ну что, я поддалась на рекламу. Посмотрим. Что там за мороженое? Такое дорогущее, правда, но я не знаю, я, наверное, попробую один раз и хватит. Завтра вам скажу, вкусное, но невкусное. В общем, все, разложу сейчас фрукты и пойду покрашусь. Смотрите, какой гвакамоле сделала. Я кинулась, у меня там было штук 5, наверное, авокадо таких маленьких. И они, причем, все спелые. Ну, я такая думаю, блин, что бы с ними сделать. Сделала гвакамоле. Здесь немного лука, немного помидора, перец. Молотый и что там еще-то, соль и лимон, все, знаете, какая вкуснятина, не выбрасывать же. Вот утром на хлеб, на завтраком вообще будет супер. Ананас буду, наверное, завтра резать, сил уже больше нету. Я, кстати, краску нанесла, посуду помыла, вот сейчас уже пойду смывать. У меня тут дорада размораживается, завтра буду делать дораду с кабачками и буду всем кушать. Так что вот такие вот дела. Муж там орет по телефону, со своим братом разговаривает. Они всегда так разговаривают громко. Потом еще говорят, что мы кричим. Странно. Буду с вами прощаться до завтра. Всего вам самого наилучшего. Встретимся с вами завтра. Всем пока-пока.